Так, друзья, всем добрый день. Мы в клинике «Рыжий кот», Киев, Науки 78. Дорчик сейчас проснулся. Он уже сегодня гулял, но сейчас пока что вот второй раз гулять не хочет. Чувствует он себя хорошо. Терапия дает свои результаты. Есть стойкая положительная динамика. У него стало меньше крови в моче. Ну, понятно, что до выздоровления еще очень долгий срок, очень много усилий, денег, времени. Но есть очень хорошие позитивные изменения. Учитывая, что месяц он висел фактически между жизнью и смертью в одном и том же состоянии. Это грандиозный прорыв. Спасибо большое врачам клиники «Рыжий кот» на Науке 78, которые лечат и регулярно спасают круглосуточно таких животных. Это, конечно, все очень долго, дорого, сложно. Это очень тяжелый труд. Кто там рассказывал, что кто-то матюхнулся, кто-то его тянул. Его тянули за уши, за кожу, да, чтобы он встал, потому что вариантов было только два – или умирать, или вставать. Они как дети чувствуют, когда с ними сюсюкаются, а с ним сюсюкают не умеют. Дорчику компания Hills привезла пробники корма. Будем пробовать. Через где-то день-два будет результат, подходит он ему или нет.